штука, как призрачная что-то. Надо ее достать где-то на змея. Несколько штук. Идите сюда только за этим, за класками. Надо под верхом все есть, можно взять, выпить. Почему теперь комнаты не берут? Найди свой. Я помню. Он бы, наверное. Легко бороться. Беги, короче, там малышка, возле босса все, ну, вот, где кружочек, видишь, мины лежат. Тебе нужно на них не попасть. А что это было? Это я накосячил, сорян. Снимать. А я не успеваю даже. Беги, малышка, беги! Да, у меня такое бывает, и если несколько дней не поиграю, я все немножко теряюсь. Я уже вспомнил, да. Да я вообще молодец, я заметил. Делал все, что возможно.
Приходи еще. Окей. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие и величайшие из моих изобретений. И учтите, после того, что мы вам говорили с XT-002, отказываться просто некрасиво. Беги, малышка, беги! Назад заведи. А кто на оранже сейчас будет? Махи. Фазе, когда босс он будет стрелять, он будет там кастовать такой затяжной выстрел. Нужно будет встать за спину, там где ракеты, видишь? Смотри, короче, как босс стоит в какой позиции, тебе нужно встать за спину, там где ракеты висят. Thank you.
из таких меток попадете. Беги, малышка, беги! Я с вами в кучке стою. Не успела. Так я вон лежу на самом на ставне. Красота, правда? Я называю это непревзойдённой воздушной боевой единицей. Зачем мне писал оперсил? Ну кто только сядет, не посвечит. Как всегда было и будет. Ну я буду ставить, как меня учил этот. Я не буду сбегаться, я знаю, как стоять нормально. Вот именно. Зачем? Это ТПС. Просто. Там где я и PR ждать. Если что, мы лучше запоставить. Не, у меня есть. Я просто добавлю, потом кто-нибудь перебафует. Я добавлю.
Я как-то зашел на друида свою поставки сделать это. Смотрю, дикий шиполист. Какая-то трава, наверное. Взял-то вы этот решил науки прочекать. Там понял, что это нет. Я еще один вайп ФБ могу бегать. Беги, малышка, беги! Я все это время без 2% урона бегал. Представляю, сколько минус ДПС. Надо не забывать раз вы включать. Всех ДБМ, наверное, есть. Надеюсь. Угу. Басуку выпью. Либо пул В, либо этот. Инжа спасает. Конечно, прохил тут ужасно. Ну вот. Осталось ничего. Бомбота там все контроль надо. Шаман там, мужичок. Чок. А зачем мы трэшим, кстати? Можно было бы просто бошку зеркануть.
в середину голову не надо пока что. Поставьте голову. По голове там постановите там 16%. Беги, малышка, беги! По туловищу больше. Нету этого инера. Жаль. Ну вот изи босс. Вот. Ну, пожарника мы еще не делаем. Ну и ЗАГС. Да там не такой сильный бонус, вроде бы. Не помню, хоть бы арканом там ужасный бонус. Ну сейчас посмотрим. Ну, теперь меня одеть. Вопрос по существу. Собрание или генерал? Разутхаем. Я умею и этот, и этот. И я старал вроде тончил. Ну, если что. Скажи, что там контроль. Сейчас же трэш будет. Ужасный. Я пока не могу прочитать это заклинание. Трэш как в лунном квартале, что ли? Это же тут трэш сложнее, чем босс, да? Я пока не могу прочитать это
О, я поймал. Только один. Ну, да? Что делать? А его этот... В эту... Вверх нельзя? Ну, вроде бы... В глоковский эфир. Вроде же гуманоиды. Попробуешь. Ты еще мага не видел, как в горожане, по всем горожанам летают. Можно мага убить второго. Да. Эх, спасли книги, ты чё вы? На этих... Конечно? Ой. Конечно, призраков призывают этих. Или один раз только. Ужас. Ну да. Древние хранители заперты. Оставлю это отметки. Окей. Кому нужен этот сад? Я кольчу его вот. Я в ролике эту делаю. Вот что ты сделал, да. Переконтрольте. Один. Ну да. Жаль, что не в ПВП. Где там приверженец? Вот, ничего на табе. Угу. Опять. И затем лучше. Вы думаете, уже овца или этот?
кролик или свинья. Или еще... Да, значит, пока это надо хотите в этот. Теперь пока я там что-нибудь мог. Просто отзал. Зайцую. Вот. Ману леса, а вы пулить начали, а чё? Не бейте тех, кто этот контролит. Даже например. Угу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Свинью. Можно же по очереди этот. Тут делать. На мобке. Новый Элема. Элем. Кстати, у него есть кредитство на то. Было бы прикольно, когда у него ресурсы был помню. Да? Ай. Сейчас сниму еще раз по кругу этот. Теперь можно привязать. Нет, это была свинья. Нет, у меня этот... Куда он... Улетел? А, Боб? Боб, идешь. Он добежал куда-то. Выйдите, выйдите с места. Мы летим. Давайте базуку убивать. Сейчас. Да я лечу, я просто лечу навстречу чему-то. Да бывает весело же. Ты угадал, уже первая часть идет. Давайте хоть трэшку чистим, или он резнется.
Вроде лучше завтра да походить. Без диспела. Весело просто. Без диспела будет. Скольки подходить завтра, ориентируюсь, на 8-9? Семь.